Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 14 апреля 2020 год. И вот так приходится поливать наши метельчатые гортензии, пришедшие еще в начале марта месяца. Так, что хочется сказать. Вот это вот результат поедания трипсами. Вот такие вот листики деформированные, практически их отсутствие. И, конечно, если долго не поливать этот кустик, начинают усыхать листики. Вот так вот оно выглядит. Почему так происходит? И вот тут снизу видно, что тут листики усыхают. Что это значит? Это значит, что сильно пересыхает, вот тоже листик, вот листик оборот, отрывается, вот он сухой. Это значит, листики отдают свое полностью питание и высыхают сами. А вот здесь вот видно на самом кустике, что поражение трипсами. Вот тоже. Видно, что поражено трипсами. Я уже вторую сделала обработку. И получается, что вот здесь вот чистые листики. И получается, что немножко притормаживаю. Но очень сильно заражен был кустик. Ну как, этот кустик не очень. Я сейчас в следующем видео покажу, какой кустик был заражен. Вот так вот поливаю. Здесь 3 ложки укоренителя. Чистый лист. На 10, где-то на 8 литров воды. И получается, что вот так вот окунаю, чтобы прям туда набралась вода. И стоит он так, этот кустик, 20 минут в воде. После этого я вынимаю, и водичка стекает. Приходится очень часто поливать. Два раза, через каждые 2 дня. Потому что... получается так, что вода с торфа стекает, и нечем питаться нашему кустику. Пока-пока, встретимся в новом видео.